Всем привет, это Лани, пятница перед локдауном, класс отель, класс хотел. И, блин, я уже опять позабывался название, здесь First Class, там Дрита отель где-то, или Дрита. Без 15:05 примерно время, и замечательный каргиджак, конечно же, замечательный каргиджак, боже, я уже забыл, как его выговаривать. И я приехал сюда с целью открыть свой купальный сезон 2021, ура! Спасибо, боженька, что я в раю. Сегодня реально летний день, настоящий летний. Смело можно его так назвать. Полные пляжи людей. На пляже White Gold, людей больше даже, чем когда отель открыт, честно. Хочу сказать, что в эти места, на вот эти пляжи замечательного каргиджака, я приезжал в 2019 году, ну, то бишь до пандемии, когда я приезжал каждый день я приезжал сюда, забыл какого отельчика, именно этот пляж красивый, весь с пальмочками, каждый день приезжал именно сюда, чтобы купаться, то есть я в оба тогда вообще не купался практически, отель работает, вы видите, полюбил я именно это море, оно мне понравилось больше даже, чем на 20-х пляжах моих любимых Клеопатры. И каждый день я приезжал сюда. В 20-м году я не купался здесь ни разу и не был почти здесь. То есть это уникальный реально случай. Да, я здесь, получается, не купался весь прошлый сезон. Весь прошлый сезон я купался только в оба. По-моему, даже на Клеопатре ни разу не купался. То есть здесь я не был, можно сказать, 2 года. Можно сказать, что у меня 2 года. Ну, то есть я тут был вот недавно, да, гуляли мы здесь. Ну как недавно, месяц назад или 2 месяца назад, я уже не помню. Но купаться я здесь не купался 2 года. С 2019 лета осени я здесь не купался. И поэтому у меня сейчас просто First Class Hotel. Дрита, если по-английски, а Дрита, если по-английски. И как и... Блин, луна, ты как-то не вовремя. Я только купаться иду, ты уже там это... Солнце светит и луна. Я, конечно, просто счастлив. Сейчас я не могу передать свои ощущения. Я только молюсь, чтобы вода была теплая, чтобы было комфортно так. Полностью комфортно, чтобы было. Хочется, конечно. Вот Дрита отель, не пойму, работает или нет, если честно. Ничего не могу сказать. Может быть, даже и не работает, потому что на балконах ничего не видно. Здесь замечательно. Вот эта вот зона пикниковая. Сейчас, наверное, еще из-за пандемии нельзя ничего жарить, но людей все равно здесь просто полно. Они просто чай пьют, они ничего не жарят, допустим, но просто пьют чай, беседки заняты, реально, абсолютно все беседки заняты. Вот так вот. Там дальше замечательные пляжи. Тут все пляжи замечательные, до отеля Атланта. Тут потрясающий берег, потрясающее море. Вроде русскоязычные даже есть люди. Фух, любимый мой каргиджак. На вопрос, кто меня смотрит, может быть, не с тех лет еще, а вопрос о любимом море. Вот одно из любимых, оно здесь. Здесь настоящее синее море. Красивое, чистое. Ну, людей как-то на пляже, вы знаете, в принципе, то... Ну, я бы не сказал, что много, в оба сейчас больше людей. Так, а что за пена там на воде? Смотрю сразу, я вот сразу смотрю и опытным, профессиональным взглядом любителя моря, живущего здесь, я сразу вижу, какая-то пенка, может, она от того, что волночки небольшие. Что-то вижу. Давайте подойдем ближе к водичке, посмотрим. Надеюсь, я не передумаю купаться. Души. Надеюсь, они работают. Работают. Еще раз, друзья, кто не понял, я здесь не купался 2 года. 2 года меня здесь не было. Трепет такой в душе, волнение такое приятное. Ой, класс, конечно. Конечно, я счастлив.
I'm so happy, very happy. I love you, Gargit Jack. Красотища. В воде нормально, вы заходите в воду, это здесь вот камушки, на этом, кто не любит здесь камушки, можете туда он отойти, там их вообще не будет. Так, ну, сложно пока сказать, какую-то пенку я вижу, она не от волн, но делать нечего, купаться в воду. Вот чуть-чуть, вот несколько метров идет пена, но она буквально 2-3 метра, а дальше ее нет. Но может быть, все-таки она от волн, потому что волны бьются об камни, это... Точно смогу сказать только, когда я ее проплыву, но она грязная, я вижу по ней. Такие-то откуда-то что-то стекло все-таки, но хорошо, что его как бы немного. И настроение она меня не испортит, главное, что можно ее проплыть. Тут буквально несколько метров, и дальше уже все нормально. Ну, вам ее вообще, наверное, не видно, вот такие вот пятнышки пенные как бы. Тогда такая, опа, yes. Любимый Каргиджак. Итак, сегодня у нас, а что у нас сегодня? 20, какое? Первое, да? Ромка открывает купательный, блин, нафиг сезон. Купательный сезон сейчас Ромка будет открывать. И это же просто замечательно, друзья, согласитесь. Это просто замечательно. Так, вы что не купаетесь, ребят? Всем купаться. Давайте еще... Куда вас еще нет? Не буду я вас сильно сейчас водить, потому что хочется купаться мне, конечно. Но долго я вас водить не буду. Я еще собираюсь попасть даже на рынок Махмутлар. Я не знаю, получится у меня это или нет сегодня, но планирую. А, он уже искупался. Прям в штанах. Отель Утопия, друзья. Отель Утопия. Вот там, вот если видно вам домик с желтым этим, Канак Премиум. Я там был, показывал пентхаус. Видео есть на канале, где я снимал, показывал пентхаус вам. Посмотрите, кому интересно. Боже, какая же тут красотища. Это вроде русскоязычные люди. Люди всем купаться. Все, погнал я. В море. Аквабокс я не брал, так бы можно было поплавать с вами. Ну давайте еще туда пройдем, там так много людей, сейчас я вам их покажу. Не брал свой аквабокс, я что-то о нем вспомнил уже только в автобусе, а так можно было бы первое купание как бы заснять полностью и поплыть прямо с камерой, можно было бы. Хожу заодно, смотрю, ну пена, она тянется на много метров. Где-то там, ближе к пирсу, ее нету. А тут везде вот эта вот пена. Пена пенная, блин. Там вот вы видите, людей тоже много. И это все не туристы. Это все люди, живущие здесь. Местные, русскоязычные, живущие здесь. Все, спасибо всем за лайки. Так, пятница сегодня у нас. Открывает Ромка в конце мая свой купательный сезон. Я надеюсь, вода здесь 24-25. Не будет сейчас такого, что я в воду встану. Она мне покажется ледяной. Я передумаю купаться. Но я вам потом все расскажу обязательно. Пока всем.